Башкирский государственный художественный музей имени Михаила Васильевича Нестерова – один из старейших музеев России. Экспозиции сменяются регулярно. Но мы с вами присутствуем в уникальное время. Три зала музея представляют лучшие работы знаменитого художника. К столетию Башкирского государственного художественного музея запущен проект «Открытые фонды». Все самые лучшие картины великих художников одновременно выставляются здесь. Помимо законченных работ, на выставке, посвященной творчеству Михаила Васильевича, много его эскизов. Художник расписал не один храм. Сначала он рисовал лики на бумаге, затем на холсте, а потом переносил в более крупном масштабе на стены и своды. Здесь представлено порядка 30 работ художника Нестерова. Это самая крупная музейная коллекция во всей России. Многие эти работы до недавнего времени были в хранилищах музея, но сейчас ими можно насладиться во всей красе. Это уникальный случай, когда сразу столько работ нашего знаменитого земляка представлены на обзор публике. Многие из этих картин проводят основную часть времени в хранилищах, ведь, как известно, для старинных произведений искусства солнечный свет и определенная влажность воздуха могут оказаться губительными. Но сейчас, в такую круглую дату для Башкирского государственного художественного музея имени Михаила Васильевича Нестерова, решили сделать подарок всем уфимцам, любителям искусства. И выставили все творения выдающегося художника, заслуженного деятеля искусства и основателя музея. Экспозиции классического искусства руки самого Нестерова располагаются в его особняке. Ныне это здание музея. Кстати, общее количество картин в собрании музея – более 12 тысяч экспонатов. Кстати, музей назван в честь Михаила Васильевича Нестерова не просто так. В 1913 году он подарил Уфе собрание живописи и графики русских художников 19-20 века. Всего 102 картины. Арина Канбекова, Руслан Бекбаев. Специально для «Горы новостей».